За прошедший год государственной корпорации было оказано свыше 37 миллионов государственных услуг, из которых более 24 миллиона были оказаны в электронном формате. Это все виды лицензий, это все виды разрешений, это также наиболее популярные справки. Для контроля за непосредственно получением государственных услуг на базе госкорпорации создан единый ситуационный центр, который главная задача – это, конечно же, контроль и мониторинг за качеством оказания государственных услуг. То есть все услуги, которые на сегодняшний день оказываются через госкорпорацию, то есть в случае, если государственный орган не своевременно оказал государственную услугу, то это сразу же в автоматическом режиме попадает в единую нашу базу и уже отправляется информация в государственный орган для принятия соответствующих мер, то есть в отношении разбирательства и в отношении тех сотрудников, которые допустили просрочку оказания в данной государственной услуги.